Поэтому симулятор страха мы отправим. Я не спал. Но со следующего курса он станет обязательным для всех кадетов. Это и есть тема вашего задания. Научиться ответственности и научить ей жителей других планет. И нет лучшего способа, чем дать им, то есть вам, домашних животных. Правильно. Итак, перед вами поющий зубромор. Ваш лучший друг на ближайшую неделю. На каждой планете он должен чувствовать себя как дома. И только когда зубломот станет счастливым, он сладко запоет. И не забывайте, от выполнения задания зависит ваш рейтинг. Наш шанс вернуться на первое место. Наши какие-то большие. Это нормально? Какая разница? Нам же их не высиживать. Или высиживать? Так! Мои хорошие. Ух ты, нам дали целых 4. Да нет же, я стащила их у крутиксов. А что тогда у них? За космической чертой рубишек без твоего рот. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Предлагаю разделиться на команды. Я и Зиги, капитаны. Свою команду я беру... Слон! Я беру Роя. Эй, а я так и хотел, Зиги. Мы с тобой такого питомца вырастим, да? Ну да. Смотрите, что мы вам привезли. Это... яйца. Не-не-не, вы неправильно поняли. Это не для еды. Скоро из него должен вылупиться. Рановато. 323, 324. Может, хватит? Даже меня на земле столько не гладили. В инструкции сказано, что яйцо зубромота надо 500 раз погладить, и только тогда он вылупится. О! Ой! Буду звать тебя Пушок. Какой-то странный зубромот. И не зубр, и не бегемот. Нет, не похож. Этот. Ой. Наш Пушочек проголодался. Знать бы, что он ест. Для кого? Малыша, хороший аппетит. Ой! Нужно больше еды! Да, голосок у него не очень. Ты его точно не ронял? И что же с ним делать? О,
Есть идея! Но она тебе не понравится. Ты прав, мне это не нравится. Ему нужны режим и дисциплина. Меня так воспитывали. Держи! Эй, кормежка! Строго по графику. Вот кусака! Кусака, сидеть. Кусака, лежать. Кусака, голос. Смотри, дисциплина. Кусака, хватит голоса! Бедокла! Ну, Кусака, ну сидеть! Ну сядь! Ну, или ляг! Ему там грустно! Давай хоть немного с ним погуляем! Нет! Эй, Кусака! Я здесь! О, нам срочно нужна еда! Похоже, пора научить его добывать пищу самому. Не спеши, его еще надо на лапы поставить. А где Пушок? На дне, как и наш рейтинг. Еще один Пушок! Это не Пушок! Злоки в опасности! Крутится и вперед! Не благодарите! Хорошо, не будем. Ну давайте же, дай-ка я. Ребята, деревья скоро кончатся. Разве зубромоты должны быть такими агрессивными? Конечно нет. Например, наш Пушок настоящий котик. Котик. Коты ведь боятся воды, верно? Ха, только не я! Бежим к озеру! О, только не я! Ой! Держитесь! Ой! Здесь он нас не достанет. Пушочек! Нет! Лучше съешь меня! Эй, Кусака! О, Роя! Они выли. Им было грустно друг без друга. Профессор Дил, объясните, как могли пропасть яйца опасных, воющих львопугаев? Сидеть! И вовсе они не опасные. Больше не опасные. Госпожа директор, кадеты, вынужден признать ошибку. Вместо безобидных зубромотов вам попали яйца этих прожорливых чудовищ. Мой Пушок не чудовище. Я вижу, но как вам удалось их приручить? Ой, какой он милый. Дисциплина. Любовь и много еды. Впечатляюще.
Мы обязательно выясним, как к вам попали львопугаи. И накажем виновных. Директор, результат сканирования отрицательный. Следов гарпий в земном секторе не обнаружено. Я так и думала. Спасибо, Макс. Безопасность кадетов – моя работа. И моя тоже. За космической чертой рубится пистон рой. Никто не знает, что их ждет, но всем ки двигатель ревет. Меня зовут Руби. И вообще, я капитан космического корабля. Когда не убегаю от разъяренных барбарюков. А я чё? Я не виноватый. Я же просто хотел пожать руку вождю. Откуда я знал, что это его нос? Кстати, это мой братец Зигги. Жмет руку вождю. Так. Ага! В детстве Зигги начитался книжек с картинками и вбил себе в голову, что супергерои существуют. И он когда-нибудь станет одним из них. Но что нужно каждому супергерою? Правильно, суперсила. И для ее поисков Зигги изобрел детектор суперсилы. Первый контакт с настоящим супергероем! Или нет? Руби! Так мы и путешествуем по космосу в поисках источника суперсил. Но пока находим одни неприятности. Беги! Я их задержу! А ну, стоять! Упс. И я! Так, фонарик не подойдет. Нет. Что ты будешь делать? И супергероев не нашли, и орешки отобрали. У тебя же ими целый ящик забит. Но ведь весело было, да? Весело? Нас чуть не съели из-за твоего дурацкого детектора. Ничего он не дурацкий. Только представь, мы найдем источник суперсилы и станем спасителями галактики. Но твой детектор не... Работает? Работает? Работает! То есть я же говорил, что он работает. Кажется, сигнал идет из этого пояса астероидов. Ну что, летим? Пожалуйста. Ладно, последний шанс. Но если ничего не найдем, сразу вернемся в академию. Не боись, в этот раз у меня хорошее предчувствие. Mm-hmm.
Гуляка маленький, совсем про меня забыл. Знаю, Сол, знаю. Я тебя тоже люблю. Яна! Опять этого плохастого подкармливаешь? Ну, я тебе покажу, как ты чужим домом ходишь! Рой! Хороший пес! Давай еще кружочек. Зи, мы тут уже в третий раз прилетаем. У меня глаза от этих камней болят. Точно! Глаза! Лети, Семка, лети! Показатели зашкаливают. Этот астероид – источник невероятной силы. Еще и живой! И шустрый. Ага, шустрик. А вдруг у него сверхскорость? Ничего, догоним. Только бы не к земле, только не к земле. Арестован, кошачья морда! Я? За что? Ты, вор и мошенник! Я давно за тобой слежу! Притворяешься несчастным, а сам лопаешь в каждом доме! Ха! Завидуешь, что ли? Ты бы огород свой получше сторожил! Может, твой хозяин и не забыл бы про тебя! Он не забыл! Он просто в городе задерживается! А, ладно! Не грусти ты, собакен! Все равно здесь та еще помойка! Подожди! Мы что, разговариваем? Невероятно! Еще двое! А какие у вас суперсилы? Суперкогти, видишь в темноте или лазеры из глаз? А летать не пробовал? Руки убрал! Эй, не свирей! Зи, может, поищешь шустрика? Точняк! Давайте начнем сначала. Я Руби, это мой брат Зиги. А вы? Я Рой, сторожевой пес. Ну а я Сол, местный дачный инспектор. Кстати, а зачем вы наш огород разнесли, а? Что значит наш? Так, не бухтите меня вы. И куда это наш астероид подевался? Астер, что? Стоп, вы что, из космоса? Шустрик, выходи! В общем, мы прилетели из Звездной Академии. А?
Клевая птичка! Не бойся. Самое страшное впереди. Выходной! Хочешь, комиксы про бесстрашного Янга читай? Хочешь, в игры про непобедимого Янга играй? А хочешь, вообще спи в обнимку с Янга? Эй, вообще-то мы и пытались спать. Всем привет! Выспались? Бегом зарабатывать баллы! Ну, Руби! Давайте, давайте! Это наш шанс стать лучшими кадетами! Ну, выходной! Зигги, миссия важнее! Но мне осталось пройти финального босса! Наш финальный босс Сникки и Толли! Но не опять на первом месте! Мы должны их победить! Ну, ладно! Я с кровати не встану. Ну и не надо. За космической чертой рубишься с мамой. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Что бы такого съесть? Сельдерей или брокколи? Вот бы шпинат. Здравствуйте, профессор Дил. Нашей команде нужны дополнительные баллы. А, крутиксы. Ну чего вам не отдыхается, а? Ну, можете сортировать файлы в библиотеке. Это, между прочим, 5 баллов. Да. Есть еще варианты? Конечно. Протирать листки космических тысячелистников 10 баллов. Да, тоска. А еще есть новый тест. Симулятор страхов. 30 баллов. Берем. А по-моему, тысячелистник — это очень интересно. Что, боишься идти в симулятор? Я? Да я ваш мурмулятор пройду в 2 счета. Коты самые бесстрашные. Разливаю и разливаю. Сканер определит ваши страхи, и вы встретитесь с ними в симуляторе. Ребята, не бойтесь, мы же супергерои. Крутиксы, вперед! Праздник! Вы что, меня решили темнотой испугать? Ау! Я что, по-вашему, рыбки должен бояться? Водичка? Монстры! Супер Зигги всех победит! Где?
Вперед! Белка. Не просто белка, а белка-летяга. Которая боится летать. Не переживай, я тоже боюсь летать. Молодец, поддержал. Не грусти, сестренка, мы поможем. Крутиксы, вперед! Внимание! В столовой новое блюдо. Пирог со шпинатом. О, шпинат! Наконец-то! Держи! Это что? Пригодится! Не имеет значения, кадет Руби. Ой, директор Шикайзер, что вы тут делаете? Проверяю свое изобретение. Директор Шикайзер, я не прошла тесты и чуть не сжульничала. Я все еще боюсь летать. Отставить слезы, кадет Руби. Признание своего страха – это и есть ваша победа. Важно было не полететь, а сделать первый шаг. Внимание! По результатам теста в симуляторе страха крутиксы заработали 30 баллов. Поздравляю! Спасибо! Крутиксы! Еще весь день впереди! Сколько комиксов не читано! Сколько игр не играно! Я тебя не боюсь.
Мы тебя победили. Не бойтесь, самое страшное впереди. Бежать больше некуда. Помогайте! Супер-пёс! Пригнитесь! Бегите! Я ее задержу! Так, не то! Точняк! Мы с Рубик по ходу готовились! Значит, где-то... Вот! Супер-палатка! Время отдыхать, птичка! Баю-бай! Наконец-то! Всегда мечтала о супердруге! Приехали. Красавица! За космической чертой рубится бесплатный рой. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Так, я один. Глупого пса забрали на опыты. Значит, я следующий. Мне крышка! Какая еще крышка? Отвали, Рой! Рой, ты тут? Здравствуйте, земляне. Здравия желаю. А ты еще кто? Я Макс, межгалактический автономный компьютерный советник. Сегодня я буду вашим доктором. Опыты! Если хотите, могу называть это опыты. Земной пес. Здоровый. Клешни убрал! Рад знакомству, земной кот. Сканирование завершено. Осталось сделать маленькую прививочку. Вообще не понимаю, за что нас к директору вызвали. Всего-то чуть планету не взорвали. Сники, Толли, опять к директору. Не-а, мы пришли с вами попрощаться. Счастливого исключения из Академии, неудачники. Ну же, Сон, это простая прививка. Зачем так быстро? Вот это скорость! Теперь ты, Рой! Ну, сделай хоть что-нибудь! Хоть что-нибудь! Извиняюсь. Ну, как тебе с одной рукой, бездушная железяка? Не очень. Но укол все-таки сделаю. Ой, прошу прощения. Суперспособности! Нет у них никаких суперспособностей! Да ладно! А ты видела, как Рой и переломал перья гарпии?
Тиги, ну, гарпии только в сказках бывают. Вот мяч! Ты же видела, это была реальная. Ну ничего, вместе мы ей такое устроим. Ты арестована. Тебе бы комиксы сочинять. Да как же ты? Звездная академия – гордость союза планет. Оказаться в рядах академии – это большая честь. Зол, что-то не тянут они на злодеев. Тянут, не тянут. Лучше мне помоги, лентяй. Шорят и шорят. Отрывают и отрывают. Ха! Как мы ее, а? Тревога! Объект из карантина! Тревога! Земные звери нарушили карантин! Это же наши звери, Руби! Надо их спасать! От кого? Идут она! В этот раз им точно влетит от директора. И здесь тут тоже это. Давай помогу. Это была моя идея! Кадет Руби, я могла ожидать подобного от кого угодно, только не от лучшего кадета Академии. Впрочем, уже не лучшего. А с землянами что будет? Ну, спасибо! А за землян вы вместе с сестрой будете отвечать лично, кадет Зиги. Но директор Шикайзер, они же неуправляемые! Неужели? Значит, найдите на них управу, пока они останутся здесь, свободны. Спасибо, спасибо, директор Шикайзер, мы вас не подведем! Мы что, теперь с вами застряли? Ага. Еще как с нами! Теперь у нас настоящая суперкоманда! Кстати, нашей команде нужно имя. Крутые... Сол,
и команда. Крутыши. Рычащий отряд. Сол и другие. Крутаны. Зиги, ну какая команда? Это же тебе не комиксы. Комиксы, комиксы. Во! Крутиксы! Внимание! А? Срочные летные учения. Руби, взбодрись! Мы станем лучшей командой Академии. Обещаю! Полетим? Ладно, летим. Класс! Крутиксы, вперед! А может, все-таки сам? И Крутикс. Всем привет! Руби! Ну хоть ты со мной поговори! Так! А в чем дело вообще? В чем дело? Тебе бойкот! Ты сломал мой супертостер! Из-за тебя я укусил учителя за хвост! А я целый вечер за тобой осколки убирала! Так это на счастье! Хватит, Сол! Пока ты не начнешь вести себя как звездный кадет, мы с тобой не разговариваем! Да! Супер бойкот! За космической чертой Рубисик и снова рой. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Себя как звездный кадет. А? Да я не звездный кадет, а кот с планеты Земля. Там Яна. Вот она никогда бы не устроила мне бойкот. Сейчас бы обратно на Землю. Эй, эй, железяка, ты куда? Внимание, кадеты! Старт летных учений через 10 минут. Ой, стоп! А где Семка? Похоже, здесь был... Сол? Он что, угнал мою Семку? Не волнуйся, мы его догоним. На чем? Куда точно? Это что, наш корабль? Крутиксы! Спасите! А? Это что? Земля? Я дома! Ура! Если Яна спросит, где я был, почему так выгляжу, почему умею говорить? О! Я скажу, что меня похитили пришельцы и ставили на мне опыты. Тогда она меня пожалеет и скажет. А ну отдай, Каркуша! Это браслет Яны! Отдам этот браслетик Яне, и она меня за ушком почешет. Ха-ха-ха!
О, да у этой вороны суперсилы! Сол, хватай ее! Теперь вы со мной заговорили. Ладно. Рой, займись вороной. Есть! Эй, гражданка ворона! Крылья вверх! Клювом в пол. Ну, значит, и без меня разберетесь. Чао-мурчао! Зи, я за Солом, а ты придумай, как обезвредить супер-ворону. Нет. Глянь, чего они там раскаркались? Иду, дедушка. А где браслет? Сол, идем! Надо с вороной разобраться. Вам надо? Вы разбирайтесь. Вы же за своей семкой прилетели. И за тобой тоже. Мы же друзья! Друзья бойкоты не объявляют! Рой! Зи! Ну где ты? Сейчас, сейчас! Чего лежим? Кого ждем? Долго я не продержусь! Рой, сможешь согнуть трубу? Проверим! Сейчас испытаем твою реакцию! Рой, давай! Антикарный браслет готов! Дай сюда! Эй, слюнявый, брось меня в нее! Сработало! Теперь Яна, то есть земляне в безопасности. Гарпия! Крутиксы! Значит, энергия в тебе? Иди сюда. Спасибо. Зиги, ты видел? Похоже, гарпия умеет забирать чужие суперсилы. Нужно придумать, как ее остановить. Сол, ты с нами? А как же ваш бойкот? Отставить бойкот! С нами суперкот! Мы еще встретимся, Яна. Спорим, никто и не заметил, что мы улетели. Ой. А вот и угонщики. Накажите их как следует. Ребята ни при чем. Это я во всем виноват. Накажите меня.
За что? Да мы спасли Землю от гарпии! О, гарпии из космических сказок? Да из каких сказок? Директор Шикайзер, она настоящая! Хватит этих фантазий! Вы нарушили устав, прогуляли учения! Угнали корабль! Вы наказаны! Идите отмывать учебные корабли! Ой! Макс, срочно проверить земной сектор на присутствие гарпий. Будет сделано! Перед вами лучшее место в Звездной Академии – столовая! Выбирайте! И что у вас тут самое вкусное? Сметанный пудинг. Внимание! Команда Крутиксы. Срочный вызов с планеты Плюм. Наша планета! Побежали! Домой летим? Не, есть планеты, на которых кадеты следят за порядком. И наша — Плюм. На ней живут два племени. В горах обитают горды. Очень суровые и гордые. Больше всего они любят есть горные ягоды. А вот не любят они... Клоков. Клоки живут в лесу. Они веселые и непоседливые. Больше всего они любят фрукт Плюманго. А вот не любят они... Да понятно! Гордов они не любят. И когда на Плюме что-то случается, нас зовут на помощь. Погодите, кто кого не любит? Ну, и где эти ваши склоки? Клоки! Беда, Кло! Беда, Кло! Кажется, они немного проголодались. Бедные! А где же ваши Плюманго? Не выросли? Градом побило! Птицы склевали! На-на-на-на-на! Украда, Кло! Плюманго! Кто-то украл! Итак, у нас тут преступление. И блохастый пес, который возомнил себя сыщиком. Угу. Вообще-то, я учился в полицейской академии. Есть ли у вас предположение, кто это мог сделать? Дракула! Клоки обвиняют вас в краже Плюманго. Вы признаете свою вину? Но. Конечно, это они, дубина! Но! Вина еще не доказана. Преступление мог совершить любой. Даже... кто-то из вас! Все сюда! Я раскрыл ваше дело! Воры Клоки не заметили, как съели Плюманго и свалили все на гордов! А почему они тогда худые? У следствия есть версия, что преступник это ты! Что? Пока мы были в горах, Сол на суперскорости спустился в джунгли и съел все Плюманго! А по-моему, кто-то просто пересмотрел детективных сериалов. А кто-то Плюманго переел. Обжора. Бестолковая дворняга. А ты Плюманговый вор. Стоп, ребята, поиграли в детективов и хватит. Это не игра. Вот увидите, я найду преступника. Эй, постой. Не надо, Зиги, пусть расследует. Тут с ним ничего не случится. Мы же не на Барбаре. Да, там бы он стал приманкой для хищников.
Точняк! Приманка! Мы оставим здесь приманку, спрячемся и дождемся вора. А что за приманка? Рыбка? Колбаска? Надо сначала самим проверить на вкус. Не, они мясо не едят. Нужно что-то другое. И кажется, я знаю что. Да, Зиги? Эх, на такие жертвы приходится идти. И никакой благодарности. Так, вот плюманговая роща, вот кожура. Все как на ладони. Стоять! Руки за голову! Мы все пропустим. Давайте дежурить. Представляю, суперволчок. Волчок? Нам что, собаки мало? Почему я? Ваш волчок сломался. Исключено. Мои гаджеты никогда не ошибаются. Орешечки, идите к Зиге. И я знаю, кто. За мной! И кто на этот раз? Директор Шикайзер? Вот как все было на самом деле. Каждую ночь злодей выходил на площадку, с которой отлично видны заросли плюманга. Именно оттуда он и совершал свои преступления. А кожуру прятал в джунглях, чтобы никто не заподозрил гордов. И как он это делал? Может быть, у него тоже суперскорость? Нет, он вытянул руки до самого леса. Они у него резиновые. Мозги у тебя резиновые. Точно, у меня же есть детектор суперсил. Я настроил его так, что на Соло и Роя он не реагирует. Сейчас проверим. Да, новый супергерой. И правда растянулся. Будем звать его Тянучка. Стой, Маришка. Меня не обгонишь. Не с места. Сол, берегись. Шарага! Победа, горы! Супер! Подсудимый Тянучка, вы обвиняетесь в краже плюманга у клоков и приговариваетесь... Да не тяни резину! Подсудимый будет собирать ягоды для голодных клоков. Руби,
возьмем его в команду? Да! Вместо Роя! Ну уж нет, пусть Тянучка останется дома. Опрос свидетелей показал, что незадолго до инцидента сюда прилетел небольшой круглый объект. Предположительно, с глазами. Вот этот? Это же Шустрик! Скорее за ним, пока не улетел! Опять улетел! Это же тот самый астероид, который упал на мой огород! Да, и дал нам суперсилы. Теперь выходит, что не только вам. Ничего, вот поймаем Шустрика и тоже станем супергероями. Ты у меня и так супергерой. А ты, Рой, настоящий детектив. Раскрыл такое запутанное дело. Теперь мы точно поднимемся в рейтинге. Суперпёс! Да, ты не такой болван, как я думал. Что-что? Уши надо чистить, вот что! Помогор! 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 Прости, но мне она нужнее. Академия под угрозой. Это моя гордость под угрозой. Не вертитесь, Сол. Примерка завершена. Настоящие супергерои. Внимание, кадеты Зиги и Руби, пройдите к директору. За космической чертой. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. А почему Сники и Толи первые? Пока некоторые кадеты нарушают устав Академии, другие усердно тренируются. И мы усердно? Да! Кстати, Сол с Роем тоже готовы к тренировкам. Не готовы! А я говорю, готовы! А я говорю... Пусть попробуют. Толи, мы должны удержать первое место в рейтинге любой ценой. Приветствую вас, лучшие кадеты Сники и Толли. Макс, приказ директора. Мы срочно должны проверить тебя на вирусы. К проверке готов. Кто принимает ручное управление? Кадет Сники. Перехожу в спящий режим. Ну, сейчас я вам устрою. Короче, тут лабиринт, две команды, ловушки, двери, а в конце... Лучше я. Мы делимся на две команды. Кто пройдет лабиринт первым, победил. Ну и где ты здесь лабиринт увидела? Как-то здесь темновато. Знакомьтесь, порода трусишка сторожевой, блохастый. Не волнуйся, Сол, здесь все не настоящее. Я так и подумал. Прикрою! Подожди!
поймал. Зиги, это что такое было? Извини, Руби, но мне надоели твои придирки. С Роем мы справимся лучше. Ну и ладно. Идем, Сол. У нас идеальная команда. У меня суперскорость, а ты суперкадет. Будь внимательнее. В этом лабиринте много... Можешь не благодарить. Я нашел выход. И активировал все ловушки. Они же не настоящие. Это не по сценарию. Что-то не так. Зиги с его гаджетами. Была бы здесь Руби, сказала, опять уткнулся в свои гаджеты. А надо смотреть по сторонам. Вот зануда. Скажи, Рой. Рой? Рой! Зиги! Сники, а можно я тоже поиграю? Нет, это тебе не игрушки. Ах так, вот вам, получайте. Вы первые. Потолок. И ничего не трогай! Продолжать тест опасно. Учебная программа явно дала сбой. Пока не закончен тот квест, новый не начнется. Умно. Так кто победил-то? Нет! Вам явно нужна была помощь лучшего кадета Академии. Это планета Барбар, а значит рядом Барбарюки. Какие еще бобрюки? Барбарюки. Чуточку воинственный народ. Чуточку? Чего это они? Подождите! Кукий вулкан! Это же из другого квеста! Макс! А? Выключи симуляцию! Макс не поможет, я его... Мы же поджаримся! Зиги, избавься от паука! Да нет, Джек, орешки! Точняк! Рой, Сол, потушите вулкан! Есть! Вы реально верите, что у котов 9 жизней? Знакомьтесь, порода трусишка дворовый гладкошерстный. Ах ты! Нет времени спорить!
Вы без меня делали? Проверка на вирусы окончена. Руби, это... Помнишь, я сказал, что без тебя будет лучше? Это неправда. Мне тебя не хватало. И мне тебя, Зиги. И твоих гаджетов. Не дождешься, слюнявый. В целом, тест вы провалили. Как кадеты, но не как команда. Значит, команды и останетесь. Крутяк! Но учтите, это испытательный срок. Вы должны доказать, что достойны носить эмблему Звездной Академии. Но последнее место? Ну, раз вы новая команда, то справедливо будет ваш рейтинг обнулить. А что касается разрушенного павильона, его нужно восстановить. И я знаю, кто этим займется. Ха! Мы все равно выше! Толи, чего встал? Тебя ремонт ждет! Меня? Кстати, насчет ремонта! А можно костюмчик подлатать? Ну там, подогрев добавить, емкость для молока, точилку для когтей, а? Что? Что я такого сказал? Ничего себе! Буба, какое удивительное место! Ты когда-нибудь видел столько плюшевых медведей? Ой, один мишка упал. Давай поможем ему, Буба. Вот так, молодец. Что там? Плюшевый Буба? Высоковато. Ну постарайся, Буба. Как же мы доберемся до него? Вот это ты придумал, Буба. Еще чуть-чуть. Упс, перелет. Буба, аккуратнее. Что бы еще придумать? Отличная идея, Буба. Ну же. Буба, не расстраивайся. Мы можем заказать ее на Озон или Wildberries. Игрушка-подушка от студии, создающей мультфильмы о Бубе, теперь доступна для заказа. Ссылки в описании.